Здравствуйте, уважаемые геймеры и модостроители! Это Бертольд Африканцев, и это 13-я часть урока о добавлении нового оружия в игру Far Cry. Добавляем мы ножик, и в этой части мы с вами создадим анимацию броска гранаты. Первое, о чем я хочу напомнить, это то, что следующая анимация не должна начинаться с последнего кадра предыдущей анимации. Двойным кликом выделю главную кость, и вместе с ней выделятся все остальные кости. Последняя анимация была анимация плавания со 110 по 150 кадр. Для анимации броска гранаты нам нужно примерно 30 кадров. Там анимация идет всего 1 секунду. Так. Но мы знаем, что нам еще немножко кадров надо для того, чтобы сделать отступление. Поэтому я в end time впишу 190. Окей. И теперь с 100 кадра выделю все кадры и перетащу их в 160 кадр. 160 кадр — это будет первый кадр анимации броска гранаты. Time configuration и start time 160. Окей. Включаю автокей. Протяну на 2 кадра. И здесь повью. Вот так вот. Разверну руку. Так, еще на 2 кадра. Вот так вот. Вот отсюда будет рука бросать. И теперь 169 кадр. И необходимо поставить пальцы в положение, как будто он что-то держит. Типа гранаты. Выбираю кость первой фаланги пальца двойным кликом. И по локальным осям кручу вот так. Что-то держит. Следующий палец. Так. Следующий палец. Так. Большой палец.
Вот так. И теперь из камеры посмотрю. Да, руку не видно отсюда. Можно анимировать сам бросок. 179 кадр. Выделяю эту кость и кручу по view. Не по локальной оси, а именно по view. Да, где-то так. Так, посмотрим из камеры. Так, посмотрим медленно. Вот в этом кадре появляется кисть руки. Надо ее убрать. Выхожу с камеры. Вот. В камеру. Ну, я вижу, что только кисть едва-едва видна. Выхожу с камеры. Беру эту кость. По view. Подкручиваю. Можно еще подкрутить. Ну, нормально. Вот. Нормально проходит бросок. Кстати, есть один способ, не выходя из камеры, выделить все кости. Есть вот эта кнопка Cinematic View. Если ее нажать, то все кости предстанут перед нами в этом свитке в виде прямоугольных нот. И вот главная кость. Можно чикнуть по ней два раза, и все кости выделятся. А мне сейчас это нужно для того, чтобы выделить ключи в первом кадре анимации и шифтом скопировать их в последний кадр. Стоп. И теперь мне нужно, чтобы примерно вот в этом месте пальцы начали разгибаться и разогнулись где-то здесь. За два кадра. Вот в 173 кадре они начнут разгибаться. В 175 они разогнутся вообще. Вот давайте еще раз зайду в Cinematic View, и мне нужны все кости всех пальцев левой руки. Вот они. Я их выделяю. И в 173 кадре жму Set Case.
пробиваю ключи для всех костей всех пальцев левой руки. А теперь из первого кадра анимация. Шифтом тащу 175 кадр. Потому что в первом кадре анимации они у меня разжаты. И получаю в 175 кадре анимацию разжатия руки. Ну-ка, а если передвинуть 174-й? Да, так лучше смотрится. Ну и можно заняться правой рукой. До 169 кадра, наверное, ее стоит опустить. Выделяю кисть правой руки. Из камеры я, пожалуй, выйду. Или стоит потянуть? Я думаю, все-таки стоит потянуть. Покрутить предплечье. Попробую. Вот так вот. Посмотрим. Так. Стоп. А где-то в этом месте. Наверное, поднять вот так. Стоп. Не зацепить из камеры. Вот так чуть-чуть повернуть. Так, теперь правой кнопкой мыши нажму. Curve Editor. Вот у меня анимация. Так, выйду с камеры. И мне нужны кости. Предплечье и кисть. Так, по ротации.
выделю все ключи и сделаю их плавными, нажав вот эту кнопку Tooliner. Сделаю так по всем осям ротации. Посмотрим. Сойдет. Теперь так, у нас бросок, да, разжимается он как раз отсюда, где-то по идее в этом месте должна вылететь граната. И вот в этом месте я выделю главную кость рут и чуть-чуть вперед подам ее. Но мы помним, что движок не увидит анимацию по мув, если не будет дополнительной анимации по ротации. Поэтому чуть-чуть вот так вот крутану. Все, больше не надо. Смотрим. Вот здесь вот вылазит плечо, и это мне не нравится. Сильно выдвинул. Выйду с камеры. Так. Мне-то нужно вот настолько чуть-чуть, на совсем на чуть-чуть. Поэтому пробью здесь ключ, отсюда удалю и перетащу 173-й кадр. Перетащу ползунок в 173 кадр и по ротации чуть-чуть вперед. Упс, нормально. Смотрим. Все. Стоп. Вы знаете, я все-таки думаю, что разгибаться рука должна вот в этом месте. Вот в этом кадре должна разгибаться рука. Поэтому опять выделю все пальцы левой руки. И просто передвину на один кадр вот эти ключи.
Да, вот так намного лучше смотрится. Стоп. Теперь иду в Time Configuration, Start Time 0. И теперь необходимо записать тайминг. Открываю текстовый файл AnimTiming. И со 160 кадра по 190 кадр он бросает гранату. Пишу граната. Итак, друзья, 13-я часть о добавлении нового оружия Far Cry закончена. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. И в следующей части этого урока мы приступим к анимации атаки. А на этом я с вами прощаюсь. Это был Бертольд Африканцев. Желаю вам всего самого наилучшего, успехов в моделировании и модостроении. До скорых встреч, друзья!